Всем привет! Заказала вот такие тени-однушки от корейского бренда APU. И хочу вам сегодня их показать. Это минеральные монотени для век с шиммером. Вот такая вот симпатичная упаковка. У меня тени в оттенке VL03. Это нежный лавандовый оттенок. Сейчас посмотрим, как он ложится и каким цветом он проявляется на коже. Упаковка имеет защитный стикер. Вот так выглядят сами тени. Тени шелковистой текстуры, наполненные ультратонким светом. Они призваны создавать равномерное гладкое покрытие. В состав этих теней также входит коллаген. Он восстанавливает упругость кожи, сохраняет увлажнение и не создает неприятного ощущения сухости кожи. Так как эти тени не укомплектованы спонжиком для нанесения, то с вашего позволения я покажу вам их подушечкой пальца. Набираются тени немножко сложно, как мне показалось. Немножко густые какие-то они по текстуре. На пальце смотрятся вот так. Это в 3-4 слоя. При растушевке, да, видно, что оттенок нежно-сиреневый. Немножко с уклоном в металлик. Сейчас попробую поймать солнышко, чтобы показать вам блеск шиммера. Ну, насколько смогла, передала вам блеск, возникающий от солнца. При растирании рукой тени очень быстро покидают область нанесения. Наверное, это говорит о невысоком качестве данных теней и невысокой стойкости. Всем известно, что бренд APU – это дочерняя фирма компании бренда Миша, и поэтому она более бюджетная, чем основной бренд. И, скорее всего, это все-таки, к сожалению, отразилось на качестве. Ну что ж, будем знать о такой особенности. На этом мой обзор считаю завершенным. Благодарю вас за внимание. И прощаюсь с вами до следующего выпуска.